Ой, да, сейчас, это я... Все. Не со зла, не со зла, ребят. Что, сервер упал? Ой, нет. Нет. Спаси, сохрани, блядь. Он часто падает. Да, и будет еще падать. Слышно как-то слишком. Ну. Сколько я уже играю. И, ну, еще на X2, когда играл, столько этих ребутов было, но его. Уже привыкаешь к этому немного. Ты еще и на X2 играл? Я думал, ты просто на X4 профессионалом сразу стал. Не на X2. Миллионером. А что такое? Что это? Типа у всех подлагивает или нет? Нет, нормально все. Нет, немножко напрягает так. Так, Пирекс остался и... Карнес. Бля, на боссе долетел, а на себе не долетел. Понимаю. Правильно, снять шлем было хорошим решением. Шлем не идет. Ну да. Все, запрыгивайте. Я тоже посмотрел. А, профессионал один на чоппера залезть и прикатите трэш, который в самом начале стоит. Вон он, чоппер стоит, вот он, припаркованный. Да, до самого этого доезжаете, до ворот, и привозите трэш туда. Я вот не понимаю, Корнес, как вот ты сам, ну, типа, что-то говоришь, и сам на себя же хейтишься в чате. Мы преследуем армию дворфов. Это называется скилл. Айнан, сразу мне притянешь колчедан, чтобы я быстрее эти колонны разбивал. Хера себе, их там миллион. А что они так быстро ломанулись? Видите? Да нормально, это быстрее так будет, конечно. Типа, ну, вообще по-хорошему можно чистить вот этот весь трэш там, ну, буквально там за минуты-полторы. Ну, конечно, просто... когда последних пулишь, они все выйдут. Да, сюда все приводишь просто и этот, а потом один ТП делает и разбивает колонны, которые там стоят перед плацем. Там, блядь, уже все, блядь, армия едет. Да, вези к нам мотоцикл сюда. О, летало, чивонька. Да, все, все для вас, дорогие. Я специально я ждал этого момента. Чтобы вы кайфанули. Ничего себе, мне как в пули, как с пулемета, блин. Я не успеваю даже до этого накидать колчедан. Блять, я ёбнутая муха, блять. Залетела и пиздец, заёбывает меня. Все, колонны ближайшие сразу разбейте, чтобы не комбат не вешали. У нас один мертвый. Сейчас воскреснет. Дресните его, кто, у кого есть суперспособность. Он воет. Супер волшебник. А, давайте по этим рассядемся, по разрушителям. Стопать, наверное, не будем. Он и так спокойно заливается. Главное, косты кинуть. Еще один профессионал, сядьте во второй. Кто там может, разрушитель? Рома, хочешь ты поруководи, я буду ловить колчедан. Не, колчедан потягиваю, нормально. Хорошо. Это босс сейчас был? Не, какой босс. Ну, мало ли, может, ну, типа, не похоже было, поэтому. Похоже? Да, ну. Не похоже, не похоже. А, было не похоже. Да, я ж думал. Да, это да.
наёбка получается. А лужи не разливайте, только вот эти вот черные, не нужно их делать. Ну, сбивайте колчедан сверху. Так, у нас все по машинам расселись. Рча на пул и поехали. Все, пуляем. Ох, какие вы быстрые все. Стой, Вов, бро, ты что делаешь? Не накидывай так часто. А, давай ускорение и тяни сразу бочку. Тяни. Любую. Не успел. А где второй? Кто, кстати, с таким? Чё со стаком? Тяни, что ты там? Только с одного вижу, вон, теперь со второго тоже вижу. Не было клочедана. Не жми тройки постоянно, просто вот... я тебя понончил. Просто главное тяни. Хуёвый пул, конечно, но... Что поделаешь? Ну, уже заморозилась одна. Там... Так... Вы лучше, да, садитесь тех, кто умеет. Заезжайте в огонь, и все, быстро умираем, не тратим время. А, Айнан, ты же сидел в пушке? На разрушителе. Давайте я сяду. Да, давайте, один специалист сядьте, один, кто колчедан умеет тягать. А вон Айнан умеет. Все, Айнан, к Айнану сядьте, кто умеет таскать колчедан. Колчедан нужно таскать не постоянно, нужно смотреть на стаке. Ну, типа, камон, что это учить, ну, правда. Давайте, умирайте, кто там не упал еще. Бля, потом в Долоран слетаю, и рыбу ничего не взял. Не готов я был, блядь, к рейду. Босс, ну отстань, что ты у нас это... Освоение ульды 10, да. Получается, что так. Скоро новый контент, а мы до сих пор ульду 10 осваиваем. Нормально. А сложный инс, ну чего вы начинаете? Да какой сложный? Блядь, я не знаю, как его проходить. Я вот тактики вот прочитал в интернете, по идее должно работать все. Я с тобой. Садись. То Айнана опять новый трансмод? Наверное, да, Айнан красавчик, он, блядь, молодец, прям респект. Ну, бля, Пиркс, блядь, душит тебя. Или твой альтер-эго. Гайс, на чего переиграл? Скажите? Просто катайся, типа, и вот колчедан... Катайся, видите, вокруг, как... нахуй, и все, блядь. Понял. Типа, ну, что ты делаешь? Ну, типа, если полезное что-то, ты можешь колчедан таскать крюком и подвозить под разрушителя. Давайте, рча на пул и поехали. Кидаем. У нас пул будет типа в формате 1-2-3, как бы, чтобы сразу понимали, на что ориентироваться. Ну куда ты чажешься? Господи. У него и рофлите, конечно. Пиздец, Асавка. А, бля, копычку, бля, пойдем. Вы чё, ребят? Типа, правило трех смертей будет. Он сейчас сдохнет просто, бля. Да не крити. Да не сдохнет, у него еще хп. Дром. Ух, пиздец. Сейчас у босса интернет опять зависнет, и все, он выйдет. А что, у него есть два раза Wi-Fi на одного эпизода? Подожди, как он там говорил, свет вырубится, как обычно, после столько траев. Его самая любимая, да. Ну, такое случается иногда. Да, блядь, ну что это за хуйня? Сука, ты прыгнул Сирус, блядь. Как меня заебал этот баг, блядь, с этим, блядь, накручиванием. Колчеданом на месте. Ладно, сейчас добьем, все нормально. Все, тут Айнан, держи просто стаки, и все будет секс.
Все, все добили, все нормально, все респект. Ну пока все хреново. Все хорошо, расслабься, все нормально. Надеюсь, это только на этом боссе. Ну, бля, это душный босс, он требует очень много скиллухи. Не у всех она есть. Кстати, ребят, забыл сказать, все unroll. И ОД отдавать камнями. Вы приходите смотреть. На вайпы на утюге, да? Да. Так, а вроде чистить не надо, да? Ну, если все скилловые, скажем так, то чистить не надо. Блять. Не а все. Тут да, сомнение, а тут сомнение уже, да? Дилемма, не знаю. Блять. Ну пробуем, ладно, пробуем. Один раз живем, типа, да. Так, гнис. Ой, там кто-то с рыбой. А, это Айнон, блять, взяли все этот. Слэш чмок Вайнона сделали. Что-то, блядь, не получается релить. Ебан, бля, втопил, пиздец. Он раньше так бегал? Так, подожди, кто, Войд или Пирекс будет? Да все, он Войд в танке, нормально. Я Войду больше доверяю. Наверное, не знаю. Давайте там фласки, масло, все намазали, там икону поцеловали, все дела сделали. И убиваем босса. Блять, волк мертвый. Сейчас босс еще сдохнет. Я на пул сдал, как он сдохнет. Не, все, я сальбу дал. Я чуть-чуть послакаю, я вот тут собачку порезаю. 2 секунды. А то бурстить не смогу. Fucking it. Айнон, после сердца Геру сдашь, чтобы, ну, быстрее убить. Сейчас сердце залезет, босс встанет, и этот, я добью бумботов. Темный вышел с правой ноги, к правой ноге, правее, право, все вот так нормально стоит. Сразу все сфикшнулись, все искры. Fucking mad. Играем по боссу. Пирк далеко такой, так не отходи, а тут не захилит. Войд под следующую сдашь, если что. Это. Ну, вроде бы прохилили, но тяжеловато шло. Оставайся там. Угу. Ты поставил этот портал и все, не парился бы. Понял. Так, играем по сфере сразу. Сдай мать сокров. Босс на тоненького просто выжил. Ебать, у меня вот аукцион, короче, скинул мне этот сбоку, типа то, что снято. Хорошая фича, но бесполезная. Выскру сразу сыграли. Айна, бежишь и дальше пробегай сразу, чтобы мне так не урон не полутал лишний. Очень легко прошли. Комбат не повесился на тебя? Блять, еще эта хуйня мне теперь будет, блять,
пиликать сбоку. Как отключить вообще эту хуйню, блядь, с боевым пропуском, вот этой всей хуйней, которая сбоку анонсится? Есть у кого-то инфа? Да, по-моему, она не отключается, это же специально сделано. Долбоебизм, блядь. Ну, типа, я вижу, что у меня все. Ну, я смотрел, в настройках нету, чтобы выключить. Шляпа. Просто шляпа. Так, а кто-то на Мемероне в Хейме здесь не был? Если кто-то не был, плюсаните. Признавать, давай. Это я. ШП. ШП и темные не были. А, на X2 пытались. Ну, попробуем. Разочек-два. Если будет совсем все плохо, мы это сразу дело остановим. Мы даже не будем заебываться. Там изи. Ну, понятно, что изи, но слушай. Да, да ладно, Корнес, чё ты душишь? Просто пусть за одним человеком бегают за кастиком миссии. А чё сложно, нет, просто от огня бегаете за кастером и всё. Бля, Корнес, как ты дамажишь, бля. И хилю, и дамажу, да? Вообще, типа, ты одной ногой хилишь, а второй ногой играешь, а руками там еще книжку читаешь, вроде. Получается, давай. Жесткий пиздец. Куда? Не, вроде урон нормальный у нас. Ну, пойдемте. Да, пойдемте, сходим в собрание, быстренько задушим. Хз, я просто, наверное, в десятке давно не был. Да не, десятка ж супер изичная, типа, что там. Ее ж фиксили уже сколько раз. Нет, а с того момента мы просто уже сильно оделись, она, ну, не фиксилась. А, ну да, еще ж оделись, плюс. Типа, да бон ты, блядь, наваря домашка, псих. Ты, походу, аукционов, что нахуй? 235-й вар. Аукционов, и меня сломали. Он у меня просто без остановок, короче, анонсит, что у меня снимается с аукциона. А у меня там столько предметов не было. Попробуй релок сделать. Там в пизду, блядь, пускай бесит, похуй. А, давай этот, слышишь, сразу. Стой, давай сразу сейчас этот пак убьем, чтобы не мешался. С нашим киром можно еще плюс 0 убивать, 50. Да, зачем слушай, Невер, а мы пойдем сразу на Алгалона после собрания или нет? Ну, давай этот, я бы посмотрим, как ребятки отыгрывают, ну, типа... А там, я понял, хорошо. Если что, просто да. Рост там может ворваться, я вот к чему. И плюс еще, может быть, плащ упадет, вовбро посильнее станет еще. Может это, быть, это то, что с двумя гнездами или что? С Везексом? А? Это с Везексом? А, плащ, да. Я хотел одного запулить, специально тебе вывел, а ты взял и кинул в щит мне все. Ужас. Сильно ты веришь в нас. Да, Серега, пошли сразу логово, мы здесь не бились. Кое-что пацаны ДПС покрутили, понятно. А Донт чего не захотел? Он вообще... А Донт, этот, он на каком-то из персонажей закрывает гаража. Оу. Бля, было бы жестко, если бы я на 10 персонажей закрывал гаража. Я бы нахуй, блядь, в соплях, блядь, и в кофе бы залить сидел, блядь. Не, я уже говорил, ну, я бы себе твинап сделал бы, может, ханта только. Мне интересно дамажить на нем. Именно на ханте.
Ну, хан, да, прикольно, он динамично двигаться может в целом, если типа правильно. Когда вдаль... вот это, когда вот это хилишь постоянно, хочется зайти подамажить. Иногда. Я за это ДК сделал, я, ну, типа, я, ну, я теперь понял, почему у меня дамага нет, там, это мастерство всего лишь, блядь, 10. Вот. Но в момент я такой думаю, бля, в пизду, блядь, ДК не создан для дамага, нужно делать танка. Вот. Но потом я вспомнил, что у нас там пацаны вроде дамажили. Это АДК. ФДК, понятно, он там, блядь. Да. Да, кто будет забирать первый? А, и... босс, забирай. Босс? Да. Да, заберешь, я думаю, тебе скилла хватит на все про все. Только подальше. Ну, типа, там дамага будет миллиард. А чё, а ты забери хантом, да и все. Ты... А, ну хотя да. Тебя спасть не успеет, босс упадет. Все, да. Давайте я лучше заберу. Все, давайте за Асгард. Бьем мелкого, если кто вдруг не в курсе. Бля, посмотри, как он, блядь, сбривается, мы даже еще в луж не встали. Угу. Да я говорю, нужно, блядь, сюда мейнстатиком залететь полностью и снести... Ой, осторожно. Снести на этот, на бессмертного, ну, который ульдуаровский. О, я залагал. Все нормально. Разбежались, лучше набрали. Сейчас лучше будет. Все странно, что-то мне не носит. Мы добиваем сразу. Сейчас заберу. Забрал. Забирай. Умер, блядь. Что-то как-то, блядь, слишком много было урона. Да. Я даже, блядь, через этот упал ФД, через готовность, не помогло. Ой, блядь, я же сейчас умру, блядь, бегу там за всеми, блядь. Как будто РБК, да? Ну, бля, какой РБК? РБК дольше проносится. Ну, я даже да, согласен. Ой, мне нравится вообще. Глянь, сколько осколочков. Уже 8 штук полутал за рейд. Прям секас. Войт, а ты какую... Эту... Ты правосудие кидаешь или что? Желтый кидаешь? Ты можешь синюю кидать? А то у меня там багается. Да, могу. Да, спасибо. Резко? Забирает твой хпс. Да, у меня, да, 7 секунд. Не, я просто постоянно там ивент, он постоянно багается, если кто-то другой юзает. Да, знаю, я понял, почему. А ты, есть еще этот, там в том ивенте, типа, убери галочку, типа, показывать, когда это мое заклинание, ну, типа, любой будет кидать желтую, и ты будешь видеть ее тайминг на боссе. Слышь, Серега. Че, давайте за Еру две руки снесем, там, ачива, на маунт. Подожди, какое, типа, тело имеешь в виду? Ну, имею в виду, две руки за Геру сносятся за 12, ну, потом босс. А, да, можем, ну, типа, хорошо. Давайте, давай с меня кошатницу еще 10 уже, мы на 6 будет в нашем пати, блядь. Ну, типа, маунт получим. Ну, да, мы ее так и так босс убьем, мы просто за Геру будем сносить. Да нет, играем без Геры сейчас, а на кошатницу просто зазергаем под Гера и сразу умрет. Ну, давайте, начинайте уже. Все тут. Давайте по рукам, давайте фул руки снесем. Да нет, играем по телу, а потом, когда останется лоу хпс, играем в руки. Так делаем. Блять, это мы сейчас в собрании, чтобы ты понимал, без Геры даже били. А как ты там хп, там два ляма, как в РБК у босса. Взгляд, бегите банан.
Ух, его взяли. Выбиваем руку. Играем по телу. Милик, играйте по телу, а РДД играйте в руки. В левую руку свичнитесь, в левую, в левую, в левую. Выбивайте руку и добиваем вторую. Ух ты, блядь! Не хватило. Сейчас рапор залью. Доигрывайте так. Ну, немножко с косячком. Чё, и чё? На ачиву было, да? Ну да, а чё, ачива не далась. Ну, видимо, была уже у кого-то, типа, кто просил. Мы касательницу будем мобов не бить, да, просто босс? Да, да, он сейчас подойдет, и мы просто это. Слышишь, Серега, а Старкрылую, может, тоже начать потом? Какую? Дворфов жарить? Да, просто мобов не бить, потом Дворфов отдельно жарить. Да, это долго будет. Да, это долго мероприятие, если типа очень хочется, это отдельной пачкой. Ну, типа, нет. У нас тут ЧСВшники, мы типа такой хуйней не занимаемся. Мы себе полутали и хватит. Дождите, не, ну просто реально долго. Типа, там ничего сложного, там типа можно даже 205-й пачкой это все делать, но типа это время очень много убивает. Пойдемте на Хадира. Не будем тратить время, пока на блядь, там полукруг пробежит. А че, где босс, умер что ли? Не доглядываешь, кроме если доглядываешь. Угу. Ну сложно. Ты же должен понимать. Да понимаю, блин, хуя себе, конечно, блин. Я покорню, нормально. Ты этот, ты одной рукой бы этот уже начал играть, а то слушай. Ногами ты уже чуть не справляешься. Ну ты одну, ты одной можешь до сих пор там книжку читать или кофе пить, там, не знаю, чем ты там занимаешься. Но ты можешь это делать. Слушай, ну мы за 40 минут уже снесли тире-босса, получается. Так мы же начали еще. А, ну да, да, мы еще начали. Ой, боже, да. 15, по-моему. 16 минут идем. Быстро. Очень. Так, а кто-то из здесь присутствующих завтра идет на твинах каких-нибудь? А, кстати, Fucking Mad пойдешь? 25-ку. Завтра. В 20:00 мы собираемся. Ну, там типа твинки, люди, не попавшие в рейд, и так далее, и так далее, и так далее. Чуть дальше пробегаем, вот здесь прям бьем. Только не спульте лишних, не лишний трэш. Загробников прилетите, слейте. Все, по левой стороне обходим до конца. Уже разлил. Войт не пройдет, замедляет. Давайте, развернитесь, убейте. Не, спина просто. Кстати, вот этот топор с Малыча, на удивление, он пизже, чем двуручка. Два топора. Блин, столько статов дают, охуеешь. Еще плюс 3 ДПС от броска, типа вообще кайф. Пуляйте. Стой. Сейчас дай. Я сейчас как бурстану, как отец. Все, я готов. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет
Давайте, мы должны его до одной вспышки перевести. На, иначе не вариант. У костра сам постою. Ну, то плюс хилу, только осторожно. Вроде все шаристы должны уметь стоять. Не так быстро, ты должен пол шажка оставлять. Типа время, чтобы накинулось. На танке. Ой-ой-ой, блядь. Агрота сколько набралось. Не успели. Выходим из пышки. Заходим назад. Добиваем босса. Мастера он налет, если что, готовь. А нихуя, не нужен. О, щиточек. А ты, кстати, еще щит не полутал, да, с этого стрима? Не, до сих пор он просто не падает. Крыса получается. Кому уже ходим, он не падает. Кто там, кстати, этот, можете таки на себе не дать и потом распылять их, кто этот, чантер. Ну или поди забери, без разницы. Ой-ой-ой, осторожно, сейчас смотрите, Герус сходу даем. Все здесь? Войд, подходи. Угу. Войда на пол сдаю и сразу же играем. Все, вырывайся. Герус, давай с пула. Играйте по боссу играйте. Он умрет быстрее, чем трэш. Вы уже скливали, по-моему. А Айнан там накрутил уже просто, бля, машина прогресса. От чего я умер? Порядок. Непонятненько. Ну, вроде бы Void, Корнес, все нормально, все этот. А Тремор стоит? Стоит. Странненько. Ну, мы все стояли долго. Да все нормально, сейчас добьем. 400 тысяч там сейчас Корнес даст, блядь, 2к из них, блядь, босса не будет. Давай, Корнес, за Орду. Все там, а убили все-таки, да, получается? Обидненько. Ай, на, яй-яй-яй-яй, ты че такие вещи делаешь страшные? Ну, пиздец, у тебя, блядь, деньги за починку. Торима будем. Да, да, пошлите Торима, конечно. Я, честно говоря, думал, что мы Ходера побыстрее зальем, но я забываю, что мы Геру должны. Типа, я забываю анонси. С Геры бы перевели до этого, получается. А сыграйте во второго, у которого хп больше. Метку черепа ставил. Хилы, конечно, сильные, но не надо их сильно напрягать. Собирай до конца, не этот, не врывайся пока, собери до конца. Нет, льду поведу, ну, типа, словно я, Войд, Бьёрн, Салан будет. Ну, скорее всего, Бьёрн будет. Это вы 25-ку хотите пойти? Завтра, да, будет 25-ка. Можешь успеть контакт качать.
Увы, твина нет. Ну, как бы, пора качать. Да ну, я еле-еле этого накачал. Слушай, я... Ладно, шучу, не качал. Прокатика, а ты что, купил что ли быстрый старт? Да. Понимаю. Ну, типа, прокачка у меня занимает 4 часа. Не, ну тут же есть, типа, набор новичка. Нет, можно еще это... вот этот шмот купить, который в Долоране. Плюс опыт дает каждая. По плюс 10, по-моему, не помню точно. Но оно быстро качается. Ну да, я вот за один день вкачиваю персонажа и добиваю его там до 198-204 гира. Типа это, ну, совсем времени затратно. Не, если бы они еще РБК не апнули... Тогда, думаю, вообще легко было бы одеться. Куда так быстро вы? Ладно. Короче, я пойду туда, да, в комнату. Здесь остается Айнан и... Милики. А Айнан и все Милики остаются здесь с Войдом. А все остальные идут туда. Банан на рейд. А чё, туда... В эту кишку. У нас... Факин Мэтт, с нами идешь в ледяной стойке. Так зачем? Пусть Войд туда пойдет, да и Факин Мэтт. Давай я пойду, пускай не на арене. Да, ладно, давай. Факин Мэтт остаешься, Войд с нами. Банан на арене, Корнес с нами. Секс-машина. Блядь, даже тристориться не успел, ебать, вылево быстро, нахуй. Мне такие рейды нравятся, мне когда все быстро делается. Ну чувствую, все знаю. Ну вроде бы да. Но сейчас мы на Мемероне. Блядь, мы даже на Мемероне не повайпаемся. Или направо перешли. Направо. Что там? Это моя собачка. Влево. Влево-вправо, когда зайдете в комнату, разойдетесь, чтобы не выпрыгнуть. Ой, на пула нету. Не стойте у ворот только. А то он сывейдится. Нормально. И в стены вплотную становитесь тоже. Войд, возьми третью ауру. А у нас Гера КД еще, да? Ой, ну у меня будет Гера, если что, мне Гера тогда дашь. Я там подразумажусь немножко на этом, на то время. Ой, вы, кстати, можете, знаете, что сделать? Забузить. Хотя ладно, я еще обузить. Я стукну сейчас, пока волка резну. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить... Понял. Мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Прыгивайте быстрее. Типа, ну вы уже совсем прям торопитесь. Рейнджу набрали между собой, босс по центру. Ближе к боссу становитесь. Чтобы можешь встать в меня, если хочешь. Я передвинусь. Вот, становись в меня, тебя здесь изменит. Ровно меня, все. Сейчас. Рожу немножко эрдроп. Назад отойди. Хреново, что я без собаки, конечно, но ладно. От молнии отходим. Кто там? Зеленку прижми, факин мэт. Банан осторожно зацепит. Ближе ко мне, подойди, ближе ко мне. Назад, к выходу. Ну ладно, пережил.
Пойдемте, я открою сундук, пошли. Я могу на ДЦ взять эту треньку? Да, конечно, берите все, что нужно. Не то, что можешь, ты обязан ее взять. Понял, спасибо. Ты ж крутая, да, на ДЦ треньку? Ну да, вроде. Ну, я типа не знаю. Да, она нормальная. Ну, и с ПДМ покупать то, что надо. Ну, вообще, с острова и 209-я такая. С острова хуже. С острова хуже? Да, каждые 45 секунд прокает, это говно. Mm. Ну так, да, с десятки, 25-ки нормально. Ну да, но на ДЦ, на РШ, на РДРУ. Что там, 239-я с йога ж падает? Ну да. Их можно вдвоем, кстати, носить, вот этот плюс йог. Ну, а да. Что, траву убрали, типа, из этого, из инста? Что, выдерните этого, да? А темная за бань плеточника большой, который печеньку поставил. Да дёрг, грипните. Да все, 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 все нормально. Уже забанили его. И тогда надо выводить. Да, выводить надо, конечно. Потому что дамага по ним нету. Ну, теперь есть. А, нет, трава есть, да? Ну, только немножко ее прям совсем стало. Понерфили, походу, удар. Есть травники в рейде или нету? И все скилловые, типа, с этими, с крафтовыми профами. Бля, обидно, что они убрали всю траву. Такой спот фарма был хороший. Зона резать я руды до хера. Ну да, это ж вон на кого на Гагасинпа, по-моему, этот, на форуме составили претензию, что он типа читер, ботовод. Откуда у него столько руды? Да-да-да, отводим. Если трудновато вам отбегать, то давайте ДК будет грипать, а я буду где они стоят, там лужу разливать сразу. Ну, кстати, как вариант, такая комбинация тоже работает. Так попроще будет. А, там просто, по-моему, этих... А, есть еще, да, два пака цветов. Тогда смотри, Пирекс, на себя будешь грипать, лог, когда увидишь, что летит в тебя цветок, ну его сразу же этот в банке даешь, а танк у нас выпадает. Тактика галактика. Ой, я тогда на этих, на первых двух боссов зайду на это, на сову. Слышишь, Серега, а где там этот архив использовать, я не помню. Архив нужно было там использовать на месте. Где первый босс, да, короче, сразу же? Ну, где эти трое, ну, где собрание. Присмотрите бананы сейчас. Да там, типа, ты уже проебал всю вспышку, там уже минус два ключа, поэтому. Бля. А. Да. Вот что-то, блядь, не получилось, короче, у нас эта комбинация, ну ладно. Я понял. Тренируемся. Кибератлеты. Киберкотлеты, да? Да. Ух ты, вот это боешка, это анрол. Глянь, но у босса потом этот денег просишь. Мол, типа, дайте на сердоле, а сам даже не пылишь. Да, он же себе сделал в ПВП фулл сердолик. Вот. Все, готовы, да, типа, забирать этот один? Угу. Только я открою вам маленький. Может быть, раньше, да, но сейчас такое. Раньше ж мы лучше играли, сейчас так.
чисто по фану. Стабили получаются. Что ты говоришь? Говорю, да. Да. Не, я помню, когда этот на РТ, типа, ну, пацаны не зайдут на алкоголь, они, говорит, за R1 бьются. Все-то смотрю, там, типа, как-то рейтинг поднимается, я думаю, о, бля, молодцы, смотрю, в рейтинг зашли. Понимаю. Ну, кстати, вы бы могли обогнать в этом сезоне спокойно. Не-не, мы... Ты про ВП? Да-да-да. Мы выходили против них раз 10, мы проиграли 10-0 им. Это бессмысленно просто. Там вар дамажит в два раза больше босса. А как он так делает? Ну, у него спроси. Скрипты, возможно. Да не, если были псофты или какие-то там... Может, там патчи, то Сирус бы, скорее всего, не допустил дана эти. Слушай, это, типа, боссы и так за этот, за мультиаккаунт или как это? Ой, играл на... Да, это сирусские ошибки, как обычно, тогда. Оно часто у них такая фигня. Ты можешь посмотреть, там каждый, сезон такая фигня. У много у кого. Не, ну просто же говорю, вот это еще формулировка «играл на другом персонаже». Да забей. Да. У нас там Бовбро отошел, и еще кого-то не хватает, Бананамена. Ой, АФК-шеры. Давайте так, мы вот Мимирона убьем.